Всем привет! Продолжаю тему велоаксессуаров на этот сезон, который я себе купил. QuayShark, вот такой вот бренд, от которого я показывал вам уже шлем. Также вот такие очки заказал. Собственно, здесь очень прочный, мощный, большой кейс на застежке. Открываем. Ну, внутри, понятно, есть проверка на поляризацию. Также есть чехол с фирменным логотипом и надписью. Есть уплотнители для нижней части стекла. Покажу потом, что это такое. Есть еще вот такая история. Я не до конца разобрался, что это. Кто в курсе, в комментариях напишите, пожалуйста. Также есть два комплекта стекол с поляризацией, затемняющие. Их можно использовать и на велосипеде, и где угодно. Вот такие вот вечерние для водителя, например. И на нижнюю часть наносятся вот эти как раз таки уплотнители, которые я показывал в самом начале. Вот такие вот силиконовые. Ну и, собственно, сами очки также идут с силиконовыми такими салатовыми уплотнителями. Они у нас без поляризации. Кому нужна поляризация, используйте другое стекло. Оно есть в комплекте. Идет рамка такая пластиковая. Идут дужки у нас тоже пластиковые полностью с фиксацией. То есть они у нас имеют жесткий ход и фиксацию. То есть так раз и зафиксировались. То есть они у нас не падают. Также здесь у нас есть силиконовый уплотнитель для носа. И полное покрытие благодаря форме специальной. Да, полное покрытие, защита от мошек, от чего угодно, от бликов и так далее. Здесь идут силиконовые вставки для того, чтобы они не падали даже на скорости, не выпадали, не смещались со своего посадочного положения. Силикон здесь, силикон здесь, силикон здесь. Дает как минимум 3 точки, чтобы эти очки не елозили по лицу и жестко были зафиксированы. Но как они будут вести себя на практике, это покажет время. Сделаны очень круто, очень красиво, очень стильный дизайн. Немножко похожи на очки для сноуборда. Вот, сейчас покажу, как они выглядят на мне. Ну и попутно еще потом включусь и расскажу, как они мне в эксплуатации. Ну что ж, очки выглядят вот таким вот образом. Естественно, тут все в них отражается. Ну то есть, смотрится очень круто. Если кому-то интересно, то очки очень легкие и очень удобные. Как мне кажется, это, наверное, лучшие велоочки, которые я тестировал. Потому что я по магазинам ходил, смотрел здесь по месту. И мне не понравились очки, которые там были. Либо маленькие стекла, либо неудобно сидят, либо сильно зажимают, либо потеют быстро там, и так далее. То есть только надеваешь, когда ты разгоряченный, сразу начинает потеть. Нет, здесь все четко. Как мне кажется, очки просто огонь. Естественно, они вносят определенные поправки в изображение. То есть нужно обязательно отдавать себе отчет, что они как бы велосипедные, защитные, но ни в коем случае они не дают ту картинку, которую вы реально можете увидеть глазками. Ну, на самом деле очки очень удобные. Посмотрим, как они в эксплуатации. А еще развернул чехол, а там вот такая вот фирменная протирочная тряпочка. Ну, может, кому-то это важно, но она есть в комплекте.